Так, Ариша, ты была где сегодня? Я была сегодня на фабрике Данон. А, это завод, да? Да, Молокозавод. это завод, в котором производят йогурты. Йогурты, что вам дали? Я смотрю, у тебя на ручке что-то. Йогурты, сметану и всякое прочее. Нам дали браслетики специальные. Первыми заходят на экскурсию желтые браслеты, вот Так. как у Кати. Катя, покажи. А вторыми заходят синие. Ага, Вот такие вот вот браслеты. такие. В то время, когда желтые на экскурсии, мы дегустируем йогурты и смотрим про здоровое питание и прочее. Еще мы раскрашивали коровок в разных цветах, кто как хочет. Что еще рассказывали вам? Еще рассказывали, что хранится в рыбе, яйцах и в... Ну, неважно, в чем, Ну, а что хранится? хранится там белок. Да. А зачем белок нужен? Он полезный? Да, белок полезный, он Для организма, да? для А организма еще? полезный. А еще что рассказывали? Еще рассказывали, что йогурты и молоко хорошо справляются с пищеварением. А вы еще что-то делали там, какую-то коровку или что-то ты мне Да, мы говорила? раскрашивали коровок в разный цвет, кто как хотел. Ага. Получились разные коровки. Да, а про каротин что ты знаешь? Для чего каротин нужен? Каротин нужен, чтобы для зрения. Правильно. А где каротин можно найти? В В чем? морковке. Морковки, правильно. А еще какие ты знаешь фрукты полезные? Что ты посоветовала бы деткам? Какие фрукты кушать с Ну, йогуртом? все фрукты полезные. Ну, с йогуртом Лучше всего что? лучше всего, Ягоды, да, красные? да, Какие? ягоды, Перечисли. клубнику, малину, Малину. ежевику, чернику. Молодец. И тогда будут щечки, как у тебя, розовые, да? И не будут детки болеть. Да, вот видите, у нас детки не болеют, потому что они все про здоровье знают. Спасибо, Аришечка. Скажи всем привет. Всем Всем привет! скажем, мы вас любим, да? Мы вас любим, будьте здоровы. Правильно. И что, ты пожелаешь остаться на нашем канале, наверное, да, Да. всем? С нами интересно и весело, правда же? Да. Тебе интересно со мной? Да. И мне с тобой На очень этом весело. канале вы найдете очень много интересных видео. Молодец. Ну все, я тебя люблю. Пока-пока.